школе дела? Как учишься? Я дома учусь. Потому что в школу как пойду, сразу же заболеваю. В школе полно бациллоносителей и уродов, которые ходят туда, чтобы заражать друг друга. А что ж ты, Саша, худой такой? Так я болен очень. У меня золотистый патогенный стафилококк, пристеночный гайморит, синусит, фронтит, тонзиллит хронический, панкреатит с рождения, почечная недостаточность и что-то с печенью. Не помню, что. Много. Это потому, что своими болезнями расплачиваю за грехи своей матери, потаскухи. Видите, ребенок, а все понимает. Бросила бы. Променяла на алкаша мазилу. Повесила мне ребенка на шею тяжелой крестягой. И вот я его уже тащу 6 лет.